У Муби время обеда, но друзья зовут ее играть. Этим щенкам Джек Рассела и обезьянки нет и 2 месяцев, но они успели крепко подружиться. Хорошо, что у Муби есть возможность играть с животными ее размера и возраста. Они вместе бегают и прыгают. Это способствует развитию моторики обезьянки. Для Муби это очень хорошо. Обезьянку назвали в честь города Моби в Нигерии, откуда родом приматы вида дрил, которому и принадлежит малышка. Из-за вырубки лесов в дикой природе осталось всего около 3000 таких обезьян. В зоопарках по всему миру живет всего около 45 таких обезьян. Это чрезвычайно редкий вид, входящий в список 25 африканских приматов, которым грозит вымирание. Саймон забрал Моби к себе после того, как от обезьянки отказалась ее мать. Когда Саймон идет на работу, он берет Муби с собой. Здесь она может наблюдать за своими родителями через это окно. Работники зоопарка надеются, что таким образом животные смогут ближе познакомиться, и уже через несколько месяцев Муби присоединится к родителям. Взрослые обезьяны дрил вырастают до 1 метра в высоту и весят около 20 килограммов. Поэтому совсем скоро Муби будет вдвое больше своих друзей-щенков. Но пока их дружбе можно только позавидовать.